Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик», и сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный чай. Кстати, обязательно подпишитесь на мой канал, а еще лучше поставьте лайк и комментарий к этому рецепту. Чай мы будем готовить с мандаринами. Это классный зимний напиток, который вам точно понравится. Нам понадобятся мандарины, любые травы. У меня здесь розмарин, лемонграсс и мята. Я добавлю всего по чуть-чуть. Заварка у меня зеленая и, конечно же, мед. Мы с вами берем мандарины, очищаем их от кожуры и складываем в блендер. Нам их нужно измельчить. Если вдруг у вас блендера нет, то можно просто размять мандарины столовой ложкой или ступкой. И, кстати, кожурку лучше не выкидывайте, мы потом из нее кое-что вкусненькое тоже приготовим. Но это уже будет в другом видео. Кстати, запах от мандаринов просто потрясающий. Когда готовишь такой чай, сразу чувствуется, что скоро Новый год. Готово? Мандарины измельчили. Теперь мы берем наши травы. Отрезаю немножечко, и это все нужно сполоснуть, потому что у меня травы не с огорода в ноябре, а с магазина. Поэтому не знаю, где они валялись, я лучше их помою под краном. Ну что, у нас все готово. Теперь мы берем красивый чайник, у меня стеклянный. Кстати, все спрашивают, где я его купила. На самом деле, я именно этот чайник брала в Мегастрое, но точно такой же есть на Wildberries, на Озон и еще много где. Итак, берем чайник, добавляем в него заварку, нашу траву, измельченные мандарины и мед. И заливаем кипятком. Наш чай готов, посмотрите, как красиво он смотрится, а пахнет просто невероятно. Ему нужно настояться примерно 5 минут, и можно пить. Ну что, давайте попробуем. Ой. Очень вкусно. Мы с мужем просто обожаем чаи, мы все время в ресторанах или в кафе пробуем новое, чтобы прийти домой и повторить это дома. Вас тоже заразили, потому что подписчики очень часто спрашивают рецепты нового чая. Теперь у вас есть новинка сезона, это мандариновый чай. Вы теперь точно знаете, куда девать мандарины и что готовить этой зимой. Обязательно попробуйте, он очень вкусный. Обязательно поставьте лайк этому рецепту, а еще лучше лайк и комментарий. Подписывайтесь на мой канал, будем готовить вместе. Пока!